Псалмы. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое псалмы? Псалмы – это священные молитвенные песни, написанные по вдохновению Святого Духа, по преимуществу пророком Давидом, и собранные в одну книгу, называемую «Псалтирь». Она составляет часть Библии. Всего в «Псалтирь» входит 150 псалмов. Утреннее и вечернее богослужение церкви развелось вокруг некоторых псалмов или групп псалмов. На утренний – это псалом 62-й, утренний, а на вечерний – вечерний, или псалом 140. К ним можно прибавить хвалитные псалмы – 148, 149 и 150 на утренний. И светильничные – 14, 141, 116, 129 на вечерний. Эти псалмы до сих пор составляют скелет неизменных частей суточных служб. Есть предначинательный псалом – 103-й, который поется или читается в начале вечерни и посвящен прославлению красоты тварного мира и величия Создателя. Непорочный – это понятие православной гимнографии, обозначающее важный для богослужения 118-й псалом. По его словам, «блаженны непорочные в путь, ходящие в законе Господне». Мелодичное исполнение псалмов своей напевностью и гармоничностью воздействует на души поющих и слушающих, приводя их в умиротворенное блаженное состояние. Музыкальность псалмов способствует отрешению души от обыденных чувств, страстей, переживаний и ориентирует ее на достижение христианского идеала – спасения для вечного блаженства. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!